have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в Табс, да, мы сюда вернулись, ну, наверное, потому что я немножечко от них отдохнул, наверное, потому что немножечко в Warpips'ах меня накостыляли, но самое смешное заключается в том, что я такой, блин, ну тут же этот сложный уровень, вы помните, сколько раз мы пытались его пройти, и тут я прихожу к такой простой истине, что если тут есть мосты и всякое такое, почему бы мне просто не поскидывать этих... ребят, с моста. Попробовал вот эту комбинацию, и она сработала. Я просто сейчас хочу с вами еще раз эту штуку попробовать. Я не уверен, что она сработает второй раз. Вот. Но тогда это сработало прям опупенно хорошо. Ну, видите, сейчас они ко мне не под... сейчас они ко мне подошли, и все, мы проиграли. В прошлый раз получилось каким-то образом, хотя они и сейчас продержались довольно долго, в прошлый раз получилось каким-то образом, что они ко мне не смогли подойти. Я их все вот так вот держал, держал, держал. В конце концов, за карту я выкинул не так уж и много людей, но... всех держал на расстоянии, у меня осталось где-то человек... 12, наверное, вот этих душеметов против 4 стрелков. И я одного взял под контроль, и по вот этих вот ребят мы именно повыбрасывали за карту. И, в общем, это получилось. Теперь мы можем пройти дальше, как ни странно. Пойдем, вот видите, это был сидж, осада. Теперь мы пойдем на баррикаду. Посмотрим, как это все будет работать вообще. Кто здесь? Здесь смерти, здесь самураи, здесь лучники страшные, которые... так. Скелеты. У меня 6500. Ну, хорошо. Во-первых, размещать на двух платформах я не вижу смысла, потому что, ну, мне это просто невыгодно. Мне, наверное, нужны дальнобойные юниты. Попробую я, наверное, с тех же мушкетеров. Хотя, я понимаю отлично, что самураи отбивают, но, блин, их тут трое, и там трое. Мушкетеры более дальнобойные, и у них очень хороший урон. Давайте попробуем. Да. Только не подходите, пожалуйста, не подходите, ребят, ну не подходите. Ой, блин, один упал. Мне нужно, чтобы вы в смерть стреляли. Офигеть, они просто... И ту смерть, и эту смерть. Ну хорошо, все. Я думаю, что это выигрышная катка. Эти ребят, конечно, отбиваются, но... Но да. Но этого явно недостаточно, потому что трое эту толпу просто не удержали бы. Супер. Угу. У нас тут опять же лучники. Я не вижу, кто там внутрях. Капитан. Два капитана. А вы кто? Рыцари. Рыцари без щитов, что хорошо. Сверху алибарщики. Тоже без щитов. Тут лучники. Ну, блин, знаете... Мне кажется, что может сработать. Лучники просто попадали. Так, минус капитан. Перезаряжайтесь, пожалуйста. Есть, капитана уложили. Рыцари уложили. Идем дальше. У нас, походу, еще перезарядка. Вот, алибарщики идут. Их надо уложить. У них много жизни, они сейчас близко подойдут. Это очень плохо. Вот это перезарядка долгая. Move.
Минус. Нет, не минус! Ёлки-палки. Вот они за мной пришли. В смысле? Это как? Это что? Я был уверен, что я проиграл. Это... Я что, сейчас одним патроном 3 хедшота сделал? Спасибо, я пошел отсюда. Это вообще как сейчас было? Да ну нафиг. Ну все, победа. Наверное. Если они сильно тупить не будут. Да, нормально. Как я там против трех алибарщиков-то выиграл? Я уже был готов перезапускать каточку. Мол, все дела. А вы кто? А вы вампиры с пушками. Вампиры с пушками, это все, тут наши полномочия, все. Они долетели. Ну, короче, да, значит, пофиг. Это не годится, потому что я подумал, что, может быть, я их позбиваю. Фиг, я кого где позбиваю. Так, кого я тогда хочу? О, Quick Draw. Давакин. Ну, наверное... Двух Зевсов. А, 400 ты стоишь. Это дорого, дружище. И кого я хочу еще? На 500. На 500 я могу... Ниндзю купить, а оно мне надо. А что с вами не так? Погодите. Да? Прям вот так? Прям распотрошили? Ладно, а что если... Глупо, конечно, идея, но вдруг... Так мы разбираемся с вампирами. И то не со всеми. Мне не хватает урона. Окей, это проблема, признаю. Тогда вот так. И... Не... Ну, как бы, да. Но, наверное, нет. Погодите. Можно... Ну, вроде как норм. Я вот так буду читерски подглядывать. Что там творится. Там последняя пушка осталась. У тебя что, руки застряли, что ли? А, нет, победа, нормально. Я его вытащил. Мне показалось, что у меня сейчас в упор такой бах. А, нет, так, хорошо. Вы...
4000 мне на все про все, да? Ну, как обычно, пробная попытка будет вот такая, а потом посмотрим. Нормально, хорошо они ярла там держат, очень удачно. Ярл дальше не может пройти, он просто хавает дэмэдж. Ну да. То есть они этим же, этой же баллистой, кроме того, что себе же путь перегородили, так еще... Ох, елки. Они сейчас все прыгнут. И они сейчас все прыгнут. Ну, как бы можно... А, там ярлы есть! Блин, ну нет, это три ярла. А, вот вас-то я и не заметил. Но это проблема. Это проблема. Я могу... И на полторы штуки. Нет. Нет. А, тогда. На 6500. Нет, мы не держим строя, не держим одного направления. Это бесполезно. Их разматывают. Что тоже не дело. То есть на них сразу же прыгают. А что мешает, собственно, погодите, взять нам ярлов? Сколько я могу взять? Четверых плюс, допустим, валькирию. Ну блин, и вы сразу всю ульту слили. А я теперь не вижу, кто тут... Что? Еще и Чифтон. Откуда у вас Чифтон? Дефит. А, да, у них там Чифтоны стоят. То есть ярлов все-таки даже 4. Но это печалька. Что можно сделать? Что у нас есть такого интересненького, чем можно было бы... Королева... О, знаете чё? Можно этих раз, два, три. Ну и еще давайте двоих монахов там, я не знаю, вот для отвлечения внимания. Что? Ну дайте поставить. Там монахи, переключись мне. Двух монахов для отвлечения внимания. Смотрите, одного ярла они просто выкинули. Минус два Чифтона. Что? Какой дефит? Вы о чем вообще? Раз, два, три, четыре, пять. Нет? Окей. Я понял. Это новый тактический затуп, в который мы попали. Ай, какой кошмар. Ладно. Что я могу сделать? Я могу поставить... Кстати. Может... Не, ну хилеры. И фишка в том, что я деться отсюда никуда не могу. Вот в чем проблема. И на меня еще и сверху прыгают. Угу. Что можно, что можно? Можно, кстати, вот так.
и там, я не знаю, вот так, чтобы вы просто держали там по сторонам, я как-то... Но они ярлов все равно подпустят, понимаете? Ярлов четверо, а зевсов... У них хоть и массовый урон, но их тут сейчас просто затопчут. Да. Проблема. А проблема у нас вот какая, что нам нужно одновременно и много урона. Я понимаю, насколько это фиговая идея. А эта штука была еще жива все. Ну, кстати, мы их неплохо раскидали, она нанесла дофига урона. А что если... Не вот этих ребят, у меня там остается 2,5 штуки. На самом деле танк прожил лучше, чем я ожидал. Вот, отлично, ярлы потратили все свои ульты. Но они все равно вносят слишком много урона. Блин, нет, поставь, фу, плюнь. Кстати, смотрите, было довольно неплохо. Мне нужно, наверное, больше сдерживающего фактора, что ли. Пока что это выглядело вполне неплохо. Это карусель их тут развлекает. Они не могут ударить, смотрите. Убей их, пожалуйста. Остался последний ярл против моей королевы. Блин, чуть-чуть совсем не хватило. Ой-ой-ой-ой-ой. А что если... А король полторушку стоит. Ну, король не даст такого эффекта, как королева, наверное. Я не знаю, кстати, сколько у них жизней. Понял. Монахи. Монахи, кстати, тоже крепкие ребята. Ну, а сейчас уже всех размотало, да. Сейчас остался только танк. Нет! Они успевают ульту накопить. Вот в чем проблема. Я потом просто перестаю крутиться, и они... Мне кажется, что решение где-то все-таки здесь. Решение где-то все-таки с танком. Главное дать ему время. Главное дать ему время. Теперь, чем мы можем... Кстати, знаете что? Погодите. А, он штуку стоит. Так, тут чуваки в сене, и вот сюда вот одного. Блин, чувака на тачанке так быстро размотали. Ну вот, да, если бы не вот это... Да-да-да. Так,
Я понял. Я думаю, что танк это как раз то, что нам здесь нужно. Но что кроме танка, я не знаю, потому что... Эти по 400, кстати, стоят. И на полтосик двух художничков дайте, пожалуйста. Вот этот не использовал. О, отлично, он использовал не на... А, этот использовал на танке. В общем, как только до танка доходит вот эта фигня... Крутись, крутись, крутись дальше, дружище! Крутись дальше! Не давай им подойти! Пожалуйста! Да! Победа! Все. В общем, как я и говорил, что все это в конце концов зависело именно от танка. Мне кажется, по-другому здесь... Ну, нет, ну, наверное, как-то можно было бы, но я не вижу, как здесь можно было бы пройти по-другому. Самураи. Хвачи-хвачи, лучники-лучники. Четыре пятьсот это вообще ни о чем. Чтобы вы поняли, 4500 это вообще ни о чем. Прыгайте. Удачно. Нет, нет, нет. Отлично. Блин, они его просто изрешетили. Давай, 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 давай. А кто еще? А, еще лучник один остался. Да. Импровизируй, побеждай. Ачивка приехала, если что. Мне кажется, мы прошли с вами, да? А, симуляция, компания симуляции пройдена. У нас осталась компания Wild West. Тогда, раз уж такое дело, давайте начнем ее уже тогда в следующий раз. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодышек. Всем покеда.